Ой, как хорошо, что их немного. Неплохо, да? Да. Можно подходить к сцене поближе, ребята? Но не стоит. Стойте там. А если хотите слушать звук, то ближе к звукорежиссеру. Ну, то есть в конец туда. Ну, а так вообще сидите где это, где возможно. Я даже не знаю, что вам посоветовать. Советовал бы вам, конечно, дома сидеть. Мы группа «Два самолета» из Санкт-Петербурга. Давно не виделись. А, не, это пока рано еще. Очень трудно играть в шубе. Нет, не могу, на самом деле, это образ.
Он, сука, образ, блядь. Так, прошу прощения за эту вот ремарку. Скоро китайский Новый год, ну и что? Я должен встречать Новый год в шубе? Или что еще, черт возьми? Ладно, я помню, как я приехал в Якутск в шубе в этой. Ох, да. Минус 52. Мы ехали, там было минус 67, и мы говорим, может, мы не поедем? Они говорят, не-не-не, вы завтра приедете, будет минус 52, это нормально. Ну, ладно. Так, все наши песни о любви, это я уже говорил. Хорошо, что вы все собрались, на самом деле, в эти минус 18 сегодняшние. С завтрашнего дня, говорят, потеплеет. Хорошо, что вас так немного, вы, ну, самые лучшие, конечно, молодцы. Знаете, моржи, настоящие петербургские. Я не знаю, может быть, многие приехали в этот город и до сих пор не понимают, какая здесь должна быть погода. По-любому. По-любому. Там что, не слышно в зале?
Подходите поближе. Мы вас совсем не видим. Там, понимаете, светит сзади, и мы видим только контуры такие, как сказать, кочки. Видно по кочкам, что женская кочка или мужская. И все. Давайте, и женские кочки, и мужские. Подходите поближе, подходите, пожалуйста. Подходите. Ура. Ура. Кочки, кочки. Я четко выговариваю. Традиционный новогодний концерт. Как будто бы сейчас 2 января. Вот вы как будто бы все проснулись. Ну, после 1 января. То есть 1 января вы все проснулись, там часа 4 в 6, может быть. Нажались опять, а 2 января нужно куда-то пойти. Вот как будто бы это сегодня. Ну, пожалуйста, давайте мы подумаем, что это так. Ну, представим себе, что сегодня 2 января. Вот такой вот тяжелый такой, но вместе с тем пустой, легкий день. Ни одной машины на улицах, кроме такси, на которых вы, собственно, едете. А пробки были? 2 января? Да ладно. Были-были. Только от шампанского. Thank you.
происходит такое. Такого со мной еще не было. Пингвины плывут на север, пингвины плывут на юг, овцы кусают клевер, овцы кусают свои. Громче. Можно свистеть, если кто умеет. Да, и потом хотелось спросить, на самом деле, когда вы смотрите на человека в шубе, вам теплее или противнее? Не, неправильный вопрос надо задавать. Вам теплеет? Вам теплеет? Вам теплеет? Жарчеет, да? Вообще хорошо, конечно, Фиш Фабрик, тепло стало снова. Yo, my yo.
Ну, вроде почти все хлопают. И то уже приятно. Ну ладно, ребята, вы в всяком случае не на улице. Не, ну просто, ну а чего такого-то? Знаешь, на улице не похлопаешь так особо. Ты же недавно играл на жмуре на каком-то. Не далее, как сегодня утром, наш тромбонист вот, ну, похоронил кого-то, очередного какого-то майора, видимо. Не похоронил, привел к присяге. А, привел к присяге. Еще хуже. При минус 20 пальцы прилипают к этим... губам. А, губам, покажи губы, губы покажи. Всем покажи, не мне, мне не надо показывать. Все, ладно. Нет, еще разочек. Я еще хотел сказать по поводу следующей песни. На самом деле, мы хотели создать ощущение пустынной, пыльной, очень жаркой улицы. Да? Thank you.
Мне одному жарко или вам тоже? Это сибиряк не тот, кто мерзнет, а тот, кто тепло одевается. А тот, кто родился в Сибири. Я, честно говоря, на улице Петра Лаврова родился. Ни в какой не в Сибири. Средняя рогатка? Не-не-не, Петра Лаврова это здесь. Она теперь называется как-то Фурштадская. Нет, по-моему... Фурштадская, да, Петра Лаврова? Там, где на углу гастроном был с Литейным. Это Фурштадская, да, теперь? Ну, вот там я и родился, да. А, роддом Аист. Меня Аист принес вот так вот, вот таким. Да, спасибо. Следующая песня об спасибо, этом. Спасибо, птица, да. Хочешь сказать, феминистки, на минуту встаньте.
Но шубу не сниму, нет. Я думаю, даже больше людей поймет. А вы сейчас, братцы, все можете хором поздравить Армена Юрьевича, то есть Мона, Мон, вот Мон в красной кепочке, с днем рождения. Оранжевый. В оранжевый, да, это она часто в таком свете выглядит красной, а так она оранжевая. Спасибо. А вы можете, да, вот, правильно, как это вот, рождение. Добавьте еще один кусочек. С днем рождения, Мон! С днем рождения, Мон! С днем рождения, Мон! С днем рождения, Мон! Все, хватит. 50 лет. Ё-моё, а все как ребенок, а? Таким юным выглядит, черт возьми. Метр с кепкой. Да-да, маленькая собачка. Динго. Поехали. Так. Сейчас попробуйте почувствовать ритм этой песни. Слушать текст не надо. Я смотрю вам в глаза, они у вас открыты, а у вас там борщ, а у вас там котлеты. Это неправильно, нет, в глазах не должно быть борща и котлет. В желудке должны они находиться, чтобы как следует перевариться. Я смотрю вам в глаза, они у вас открыты. Да, открыты, я вижу. А у вас там цветы, а у вас там газеты. Это неправильно, нет, в глазах не должно быть цветов и газет. В руках должны они находиться, только тогда смогут вам пригодиться. Смотрю вам в глаза, они у вас открыты, а у вас там бред, и ничего, кроме бреда. О, это неправильно, нет, плохо, когда в глазах только бред. Уж лучше пусть будут там еще газеты, цветы и котлеты с борщом. Так, сейчас очень старая песня. Это пока еще не было этого, господи, программы автокада, там, где можно чертить. Когда чертили, все в КБ сидели и вычерчивали. За кульманами. За кульманами, да, с рис-шинами. И рис-федерами. Рис-федер — это немножко другое, это выщипывать брови у девушек. Смотри, Петя. Не выщипывай, у тебя и так-то их нет. Так, попробуйте почувствовать ритм тоже. Ритм надо почувствовать. Слова слушать не надо. Это он музыкантом.
А здесь есть музыканты? Даня. Заточили карандаши, измерили все линейки. Кто-то принес транспортир, кто-то открыл готовальню. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Кому-то звонит жена. Я не гулял с собакой. Я не погулял с собакой. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Я потерял резинку. Я потерял резинку. Я не видел резинку. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Господи. Я думаю, Господи, свет, свет, свет.
Прямо я по-старообрядчески даже перекрестился. Двоеперстно, на всякий случай. А у тебя есть, кстати, крестик. Ну, это не тот. Хуярь давай. Правильно. Я еще обычно в таких случаях говорю, давай хуяч, не морозь. Я-то готов, что там? А что у нас? А вы-то кто? Ага. Бац-бац-бац, мы фря-фря-фря. Мы буц-буц-буц, мы сюб-сюб-сюб. Мы фря-фря-фря, мы сюб-сюб-сюб. Мы хей-хей-хей, мы ого-го. А вы-то кто? 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 Бла-бла-бла, мы бибу-па, мы сюб-сюб-сюб, мы блюди-блюб, мы гав-гав-гав, мы дай-дай-дай, я супер-пупс, я супер-пупс. А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то кто? Уже, ну, может быть, даже 16, я все думаю, что с помощью этой песни заставлю наших зрителей или слушателей задуматься. Заставлю Филиппа Киркорова заплатить. Как пел Борис Гребенщиков, но нет, нет, нет. Сделаем. Не-не-не, держит
пропало второе отделение. Да и первое еще не закончилось. Вы тоже. Хорошая, холодненькая, вовремя. Спасибо. Спасибо. Главное, холодненькая. Может и корона. Так, что ты просил? Последняя песня героя. Надеюсь, нет. Луна по ночам надевает фату. Море напяливает рубашку. Я поимею. Я технический Чебурашка. Заткните уши. Скоро пиздец Чебурашке. Скоро пиздец Чебурашке. Скоро пиздец Чебурашке. Скоро пиздец Чебурашке.
Чебурашке. Скоро пиздец, 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 скоро пиздец, скоро пиздец, скоро антракт, катаракт.